Вроде побежали, остановились, даже прямо выпили, погладили и уложили ее возле предмета, чтобы она лежала и успокаивалась на предмет. Стоим. Стоим. Бежать. Сидеть. Молодец. Отходим шаг назад. Пусть сидит. Вы садили предмет. И сразу же внесите меня. Сразу шаг назад. Дать ей возможность самостоятельно принимать решение. Всякий раз, когда отпускаю, сейчас просто на холку. На холку надавить, чтобы лежала. Бежать. Не так. Отведите, оттяните. Вот и снег кусочек сделали. Прибежали. Вот. Она остановилась. Вот. Сюда вот. Где лопать? Лежать. И когда она на меня тянет, потому что я тут ее на меня кусается, и тут же я делаю ее больно. А я не должен больно делать ее. А вот у меня лопатки. Вот. Ой, ну просто лежать. Меня не давить. Чик. Лежать, Верочка. Лежать, Верна. Лежать. Верочка, лежать. Все, хорошо, ладно, не надо, не будем конфликты давать. Вы дома должны научить ее лежать. Хорошо. Это первое. Посадили, лакомство перед собой. Лежать и отдали. Нажали, отдали, и она легла. Дома надо научить ее лежать, потому что здесь она должна бороться. То есть она входит в фазу перевозбуждения. Она забирает предмет, вы с ней убегаете. Для нее это понятие, все, я выиграла. Я лидер, я победитель, я выиграла. Но следующий подход уже должен быть более спокойным. Она не должна в психозе на меня идти. Она должна спокойно контролировать меня и контролировать мои действия. Если я нападаю, она атакует. Если я стою, ничего не делаю, она
по команде рядом, вокруг меня с вами будет ходить туда-сюда, и даже глазом не поведет, что я сделал ей только что вот неприятное. Но если я дернулся, она без команд должна меня атаковать. А так контролировать себя она может только в фазе покоя. Поэтому, когда мы возбуждаем собаку здесь на кусалке, приходим с добычей, ложимся и успокаиваемся. Буквально там 20-30 секунд я смотрю, как она дышит, как у нее уши. И я могу второй подход сделать к ней. Я даже беру назад. Сейчас я подхожу, завожу ее, она начинает лаять на меня, я начинаю отходить, и вы таким же шагом, каким я иду, идете за мной, якобы вы меня преследуете. Натяг. Вот, потом я ей дам укуситься, и вы поводок отпускаете, и стоите на месте, а я ее оттягиваю подальше, чтобы мы были с ней один на один, чтобы она не чувствовала вашу поддержку. Не молчать. Все время молчать. Я скажу, когда хвалить надо. Хай! Стоим. Хай! 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 Ха! Хорошо! Пошли! Пошли! Просто стоим, гладим. Получше посадить. Сидеть. Сидим. Хорошо, отлично, держит, хорошо. Молодец. Валим. Молодец. Все, никакого послушания, стоим. Можно на паузу. Просто стоим.